Но как же мы сегодня без районного дома культуры? Ведь мы одна семья. Принимайте поздравления от членов нашей общей большой дружной семьи. Районный дом культуры. Дорогие друзья, это очень счастливый день. Я вот смотрю на ваши радостные лица, и эта радость передается Николаю Владимировичу. И мы рады, что мы сегодня здесь встретились. Николай Владимирович, нас творческая судьба давно связала. Коллектив Районного дома культуры в лице вот этих милых, прекрасных сударей и сударышек. Сколько мы ездили с концертами, вы вспомните, по деревням, и Большеметкино, я уж не помню эти деревни, Воскресенко, Тургеневка. И Николай Владимирович буквально сколько-то месяцев назад, да, он и уже бабушкой там играл роль какую-то, и юморески. И у него все идет, и стихотворение, и песни пел. У него такой большой запас энергии, столько бодрости, да он еще ни одну книгу напишет. И вот сейчас я хочу просто пожелания, ну, во-первых, вам здоровья, благополучия, творческих успехов и пару слов, как поэту, мы хотим вам сказать такими своими простыми словами. Я не поэт, что вам сказать, вы от чистого сердца сказали. Одного мы хотим пожелать, чтоб для сударушек песни вы писать продолжали. Да, и чтобы ваш союз всегда держался. Спасибо вам. Автограф записать. Потом. Время. Дорогие друзья, ну вот и подошло время нам с вами попрощаться. Я вам желаю всего самого доброго, всего самого лучшего. А я постараюсь отразить все ваше самое доброе и все ваше самое лучшее. И я думаю, от вашего имени поблагодарить Николая Владимировича за то, что все мы здесь сегодня собрались. Спасибо вам большое. И от чистого сердца желаем и надеемся на то, что наши встречи будут продолжаться. Спасибо и с праздником, Николай Владимирович. Люблю в дома и улицы твои.